6 июня в 8 вечера на Молодежной аллее в рамках проекта «Здоровое лето» состоится первая городская бесплатная книжная ярмарка. Любой желающий может принести прочитанные и ставшие ненужными книги и обменять их совершенно бесплатно на любые другие. Издания могут быть для разных возрастов и на различных языках, а также словари, учебники, карты, комиксы, журналы и все то, что можно листать и читать. Также в рамках мероприятия любой желающий может рассказать стихотворение или спеть песню. Примечательно, что книжная ярмарка состоится в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.